Преподобный отче Афанасий, изрядный угодничий Христов и великий Афонский чудотворче, в дни земного жития Твоего многие на путь правый наставивый, и во Царстве Небесное мудре руководивый, скорбный утешивый, подающим руку помощи подавый, и всем любезен, милостив и сострадален Отец Бывый. Ты и ныне в небесне, пребывая светлости, наипаче умножаешь любовь Твою к нам, немощным, в море житейстим различно бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим Тебя, святый Отче, по данной Тебе от Бога благодати, помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творите, искушение же вражей победите, и свирепой страсти моря, да так онемокрено придем в житейскую пучину, и предстательством Твоим, ко Господу, сподобимся достигнуть обетованного нам Царствия Небесного, славящим изначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.